А там говорится, что отойдите проклятые, потому что вы никого не кормили, никого не одевали, никого не поили, никого не одели, никому не пришли, никого к себе не брали. То есть вы просто ничего плохого, ничего хорошего не делали. Ты говоришь, да я ничего хорошего, ничего плохого не сделал. А и не надо. Чтобы быть в аду, ничего плохого делать не надо. Надо просто ничего хорошего не делать. И все.